Внимание, внимание, внимание! А тебе нужен бесплатный Gold Pass? Чтобы его получить, тебе надо поставить огромный лайк, подписаться на мой канал, подписаться на мой второй канал, ссылка на который есть в описании, также написать хороший комментарий, плюс свой ID, и самое-самое главное, смотри это видео от начала до конца без перемоток. Ребята, честно говоря, я себе купил и не жалею, поэтому участвуйте и побеждайте. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у нас будет мега-дуэль. Кент АПК против школьника. И это будет не просто дуэль, это будет дуэль на Gold Pass. Саня, привет, ты тут? Да, всем привет, с вами Санчоус. Ребята, я напоминаю условия. Мы играем ровно 5 минут. И по истечении этого времени, у кого будет больше киллов, тот и получит Gold Pass. Поэтому, ребята, пожалуйста, прямо в эту секунду поставьте видео на паузу и напишите, кто же победит и кто же получит Gold Pass. Ну что же, вы готовы, молодой человек, к бою? Да, готов. Опа, блин. И у кого же будет первый килл? Мне очень интересно. Так. Поворот экрана сработал. И, ребята, Кент АПК побеждает и делает первый килл. 1-0. Дружище, давай, потому что осталось 4,5 минуты. У тебя еще все впереди. Так, ох ты, блин, ох ты, кузнечик. Блин, а? Ну ничего. Нет, не надо. Ой-ой-ой, 2-0, да ну, вот это да, вот это да. Саня, всем интересно, как давно ты играешь в стендов? Это будет меня обзывать, что я играю против нубов. Скажи, пожалуйста, как давно? Вот сколько ты играешь в стендов и какой у тебя уровень? Я играю в стендов 7 месяцев, и у меня 27 уровень. Ты понимаешь, что ты играешь в стендов дольше, чем я, поэтому если будут обзывать, что ты нуб, и я играю против нубов, то это не так. Согласен? Да. Вот какой у тебя уровень, скажи? 27-й. Ну, а у меня 21-й или 20-й. Ну, то есть, ребят, вы должны понимать, что тут, ну, далеко играю не против нуба. Так, счет 2-1. Ой-ой-ой. Саня, такой вопросик, как давно ты смотришь канал Кент АПК? 4 месяца. 4 месяца? Блин, ну это круто. То есть, как только я начал снимать стендов, ты сразу начал меня смотреть, да? Да. Блин, ну это классно. Это очень классно, и мне очень приятно. А также расскажи, пожалуйста, как ты узнал о съемках видео. Вот как попасть на съемки видео, другими словами. Я был у тебя в подписках ВКонтакте, и у меня были включены. Да. И у меня был пост на стене, и ты просто взял и зашел, правильно? Да. Ребята, то есть, чтобы сняться со мной в видео и, возможно, получить Gold Pass, вам просто надо зайти ко мне в ВК и добавить меня в друзья. Поэтому, ребята, добавляйте меня в друзья, ссылочка в описании. Ох ты, блин, слушай, это вообще какой-то жесткий. А ну-ка, дай я по тебе попаду. Ребята, 4-2, и пока что Кента пока побеждает. Ой-ой-ой, ну что-то мы вообще играем как-то сильно плохо, не кажется ли тебе? Ну, вообще плохо. Что-то как-то вообще и я промахиваюсь, и ты промахиваешься. Да ну в задницу. Ой-ой-ой, 4-3, ты меня догоняешь. Ребята, Санчоус меня догоняет. Да ну. Опа, но это ненадолго. 5-3 и побеждает Кент АПК. Так, ну чё, где ты там? Я тут. Опа, приветик. Блин, вот это везучий. Ох ты везучий, ох ты везучий. Ю-ху-ху. Блин, я ещё умру. Да, я умер. 5-4. Ребята, 5-4, я побеждаю. Но, по всей видимости, это ненадолго. Сань, ну что, ты будешь исправлять ситуацию? Ты будешь меня выигрывать или нет? Или, да. Или в принципе, да ну его в задницу. Ой-ой-ой, 5-6, да ну. Ребята, у нас разрыв, одно очко. Блин, я просто в шоке. Я реально в шоке. Блин, как я поперхнулся, не понимаю. Блин. Опа, попал. Ох, убил. Вот это было эпично. Ребят, вот за такой момент надо поставить лайк. Также, если мы наберем 5к лайков. Сань, нормально 5к лайков, как думаешь? Да, нормально. Ребят, если наберем 5к лайков, то я сниму продолжение данной рубрики, только, возможно, уже на другом режиме. Поэтому, пожалуйста, ребята, поставьте огромный жирный лайк. На нож, блин, вот это да, 8-6. И побеждает Кент АПК. Ребят, у нас осталась ровно 1 минута. Саня, пора уже кому-то побеждать. 1 минута, это... 1 минута. Блин. Да ну вот ты жесткий, прям хедшоты мне вешаешь. Я в шоке. Ну, нет.
Не-н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 е-
потная каточка. Угу. Очень потная каточка. Потная. Ё-моё, я... Я прям сильно напряжен. Я заметил! 9-8! Да ну! 20 секунд осталось. Да ну, только не говори, что ты меня выиграешь. 9-9! Блин. Короче, если у нас будет ничья, мы играем еще один дополнительный раунд. Согласен? Давай, 5, да, 4, 3, 2, 1. Все, играем еще один раунд. Поехали. Кто же победит, ребята? Напишите прямо в эту секунду в комментариях. Ох, 10-9. Пока что побеждает Санек. И это, ребята, честно говоря, меня немножко не радует, потому что я планировал выиграть. О, да, 10-10, да ну, ребята! 30 секунд. Кто же будет чемпионом? Я смотрю, ты не прыгаешь, да? Блин, ребята, я проигрываю ровно 15 секунд, нет, 10. Ребята, на кону все. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ну! Ну! Ура! Все, это победа. Саня, ты красавчик. Ребята, вам всем огромное спасибо за просмотр данного видеоролика. Если вам понравилось подобное видео, пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Кент АПК и Санчоус. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Да. Всем пока, всем, прям всем, кто есть в этом мире.